А сейчас наша постоянная рубрика «Календарь», которая познакомит вас с этим днем. 29 марта у нас. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают специалисты юридической службы Вооруженных сил России. Поздравляем! Во всем мире отмечают День фортепиано. Прекрасный музыкальный инструмент. Кстати, я когда-то играла на фортепиано. Да? Ты играл? Я, да, чуть-чуть умею какие-то очень легкие произведения. Читать ноты умею. Но вот я не умею по нотам читать. Я все запоминала, все произведения на память. Ух ты. Да. Номинальная память. Ну, да. Лунную сонату я полностью играла от и до на память. То есть долго училась? Нет. Быстро? Да. Нет, мне это очень... Ну вот у меня зрительная память почему-то вот физически нормальная, а вот по нотам я не могу читать. Вот у меня никак. Всегда была мечта научиться играть на инструменте, но пока я еще этим не владею. Да. В общем, фортепиано – инструмент, знакомый нам с самого детства. Ну, кто из вас не пытался музицировать на пианино, наигрывая на клавишах собачий вальс? Кстати, да. Да. Собачий вальс я умею. А я похоронный умею. Кстати, ну, знаешь, это мой любимый вальс. Да. И он изначально не был похоронным. Вообще изначально. Это нет, очень красивый вальс. Музыка красивая, я с тобой согласен. Вот. Ну, то, что ты не умеешь, но пробовал, мы поговорили. Пробовал. Ну что ж, и если бы мы хотели бы научиться с тобой, да, или наши телезрители, то надо отправляться учиться. Да, надо. А еще сегодня день шампиньонов. Ух ты. Вот так вот. Интересный факт. Праздник в честь любимых миллионами грибов отмечается в день рождения легендарного русского ученого, селекционера Ефима Грачева. Именно он создал уникальную технологию выращивания шампиньонов в теплицах. Благодаря его стараниям этот деликатес всегда доступен нашим современникам. А в народном календаре тележный день. Предки считали, что телегу нужно осмотреть, укрепить колеса, отремонтировать, санный путь к этому времени уже полностью разрушался, и пора было пересаживаться на летний транспорт. Да, вот так вот. Так вот. Считалось, что если в этот день тепло, то и весна будет очень теплой. Ну, а именины в этот день отмечают Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим и Юлиан. Поздравляем! Поздравляем.